выбираем место для разговора. Спасибо. А что это вообще означает, мигающая лампочка? Это знак аварийной сигнализации. Для чего ее включают? Чтобы показать, что транспортное средство неисправно. Ну, вот он тебе только что показал. Что он неисправен? Да. Там тоже можно развернуться, но да почему нежелательно? Просто тебе будет тяжелее тут развернуться, чем там. Потому что они все поворачивают здесь, а ты могла там развернуться, пока они здесь поворачивают. А так как они здесь поворачивают, ты развернуться не можешь. Ничего, они, видишь, на красный все лезут. У них красный там, а они едут сюда. Че ты материшься еще? Поехали налево. Матерятся они там. С телефоном в руках видела, да? Не, я не успела заметить. Да надо было газу дать ему в бочину, чтобы он свой телефон проглотил.